Илья Пророк – это человек, который был как бы абсолютно чист. Он ходил перед Богом и совершал те действия, которые Господь ему позволял совершать. И он был абсолютно искренен и в своей любви, и, так сказать, своим, когда он совершал такие действия, когда там 3 года с половиной не было, например, там дождя на землю, и была засуха, и там был голод. Или пророку отношения очень во всех христианских народах очень глубоко почитаемое. Вы обратили внимание, что это человек, который редкий образ из Ветхого Завета, который с таким почитанием вот возносится, и к нему с таким почитанием относится народ Божий. И он человек был очень, очень сильного духа. И связано, наверное, это еще и с тем, что почитание Ильи Пророка как такого грозного, могучего, имеющего огромную силу, оно, наверное, имеет вот это вот народное приложение. Потому что, конечно, мы любим и чтим Пророка Божия Илью, такого грозного, но справедливого святого, который всегда может защитить обидимых. И недаром в этот день у нас и другой гражданский, или, так сказать, военный праздник, праздник воздушно-десантных войск. Потому что они тоже, так сказать, как молнии с неба защищают свой народ, как Илья Пророк.